Поляныца. Похоже, не? Так, давайте. За всех, кто здесь с нами сегодня. Короче, служил я в армии. Еще давно это было. Вот. Второй раз не хочу. Такое говно. Так вот. Служим мы, служим, и как-то между собой с пацанами разговор такой заходит, чисто пацанский. Пацаны, а вы чувствуете, что что-то мы 5 месяцев служим, а ну, мыслей вообще нет о девушках. Когда на гражданке до этого холостыми ходили, 2 недели ходишь, шары уже по навыкат, ходишь уже куда-то, все, уже что-то хочется. Понимаете? А здесь служим, пацаны молодые, а ни у кого никаких. Короче, на этом фоне я заболел. Не в смысле на фоне разговора, а просто там поговорили, все такие да-да-да-да друг другу. Тут я заболел, по-моему, ангиной или чем-то, короче, положили меня в госпиталь. И я в госпитале понимаю, что по ходу, когда мы вот там служили, нам давали что-то пить, как потом выяснилось, бром, который делает нежелание, короче. Сексуальную энергию на корню. А когда ложишься в госпиталь, тебе этот бром перестают давать. И ты, когда он из организма выходит, день на третий, вдруг понимаешь, что невероятно что-то происходит с твоим организмом, ты уже... Просто готов, я не знаю. Ты уже готов ржавую трубу. Кто взрослый, тут понимает, что с ней сделать. И вот в этом состоянии я выхожу... Блин, такой зашквар вообще. Я выхожу из госпиталя. И приезжает... Это я был в Краснодаре, служил. Приезжает, короче, чувак, который говорит... Мне нужен боец, ну там не только один, 4 человека, служить в Подмосковье и в Москву. Типа, собираю с вашей роты 4 человека. И вот в этих 4 один попадаюсь я. Сажают нас в обыкновенный поезд гражданский. Мы едем с этим. Лейтенант, молодой пацан, то есть сам еще почти солдат. Но типа лейтенант, офицер, мы первые 5 минут его слушаемся, пока из части выходим. Как только из части вышли, слышишь, пошел нахер, сам еще малолетка. Короче, заходим мы в поезд, едем, покупаем пиво себе, короче, такие как свободные люди. Едем, все, в поезде, все. Вот. Ситуация. Еще и на пьяную голову выпили пиво, и плюс бром перестал действовать, короче... Туалет, он в конце вагона. Еще такие вагоны старые. И представляете? Блин, вообще, как такое рассказывать? Это такой позор, я не знаю. Я так никогда бы не сделал на здоровую голову, но это просто... Короче, вот такие, вот эти вот полки, которые к выходу ведут. Вот, то есть, вот тут уже дверь туда вот в тамбур. Вот к туалету, да, вот здесь вот самая первая полка, когда выходишь, и на этой полке кверху жопой, вот в таких трусах, стрингах, не укрытая, лежит девчонка. Я даже сейчас помню, как она выглядела. Ну, жопа просто супер красивая. Я выхожу из этого туалета, раз, и я вот так сажусь, на вот эту, она вот так спит, ее ноги вот так идут, и вот тут ее жопа красивая. Я вот так сажусь на ее полочку. Блин, я не могу это рассказать. Все, ладно. Ну нахрен. Давайте, короче, за ваше здоровье, ну нахер. Не, такое нельзя рассказывать. Макс, РМВ.
Короче, ладно. Ну, дальше, дальше. Короче, я сижу. И у меня мысли, я же еще пьяный. Я такой думаю, блин, ну она ж не просто, не просто так эту жопу выставила. Может, ей скучно там, ну, типа, ждет кого. А я просто уже у меня просто уже крыша едет, понимаете? Просто это, я 5 месяцев или полгода там в армии служу, или сколько. Я думаю, ну, была не была. Я, короче, беру за эту жопу вот так, бах, 2 руками. И бросить не могу. Просто, короче, она подрывается с просони. Вот так смотрит. Не, главное, сначала я когда вот так сделал, она первые 2 движения такая сделала, типа. Потом она что-то подозревает. Я потом понял, почему она так сделала. Потому что она сначала... Сейчас вы узнаете, почему она так сделала. Я вот так беру, она сначала так такая, типа... типа, что-то так... А потом такая, раз, подрывается... Садится, смотрит перед ней какой-то пацан в этой военной форме. Она мне как дала леща, короче. Я стою, короче, тоже на нее смотрю. Что делать, не знаю. И тут с полки, которая вот так напротив, со второй, соскакивает ее пацан. Или муж, или кто там. Вот. Короче, драка начинается. Тут наш лейтенант этот просыпается, прибегает, нас разнимает, чуть из поезда не высаживает. Короче, туда-сюда. Я потом понял, почему она так сделала. Она сначала подумала, что это ее, видимо, муж там куда-то ходил. Ну и потом присел, как-то так ее, типа, перед сном потрогал, так пошел. И она вначале такая, типа, типа там, ну, муж и муж, типа. А потом она смотрит, а это нихера не муж. Вот. А он, оказывается, не спал, он сидит такой. Папа. Чего, дочь? Привет. Ну подожди, все, иди, иди в свою комнату. А он, оказывается, на верхней полке в этот момент сидит, читает. И все это время просто сидит, смотрит, какой-то солдат. Выходит, садится. Чего сел, не поймет. Может, контролер какой-то по форме. Может, чего потом просто его жену. Короче, это был зашквар вообще. Я там извинялся потом туда-сюда. Ну я же не такой человек. Вот. Короче, это был, наверное, это...